знаю, кидал ли Пост Малона рэпер, уважающий гитару. Может? По-моему, может. Не, на гитаре не помню, но по вокалу поможет. Спасибо. Everybody, Norm over here. I've got my buddy Post Malone, a neighbor here who lives close by. Yes, sir. And his whole crew. Он типа странный какой-то, да? Sitting in air vents. I killed it. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. That was really cool. I mean, it's almost like new and it's, you know. Yeah. It's the shit. The pain is... Excuse me. Like it, but it's... This is badass. That's the George Harrison spec. This is rad. You like the nickel and the chrome? Yeah. I like the body on this better. It's like redder too. Oh yeah. Хотя бот слышит, что не строит. Молодец. Да, ну по подаче Мастейна Слэш он размазал сразу же. То есть вот эти вот как бы... Я понимаю, да, что надо как бы хлестать по гитаре. Фручанта наказал тоже. Кстати, блин, это по ритму, да, смотрите. Охереть, то есть чувак с грувцой. То есть реально как бы какой-нибудь Фручанта максимально кривожухи, это просто Пост Малоныч порвал, просто в хлам. То есть понятно, что он ковыряшка, да, что все равно как бы такой новичок с задатками, но то, что он наковыривает, хотя бы в этом реально есть там. Прям под него ходит сразу прям. То есть, да, Пост Малоныч удивил. Поэтому вот как бы, когда человек хоть как-то как бы нормально связан с музыкой, что-то слышит, понимает, вот что будет происходить. То есть сразу пойдет и грувец. То есть представьте, допустим, что Хэммит сел прям. Чтобы так Хэммит набубенил. Да это просто, я не знаю, не то, что рак на горе свистнет. Это просто какая-то должна улитка собрать вообще космический корабль и полететь в космос сама. Вот примерно такая же степень вероятности. А тут прям. То есть прям все три ноты прям. Жесть.